Приветствую и поздравляю всех номинантов и участников Адами, в том числе и себя. Почему ковид? Я просто хотел показать, каким должен быть человек. Все же мы верим сказкам. Ну, обычно в сказках бывает кто? Драконы. Ну и герои, конечно. Но, увы, сегодня среди нас тоже есть драконы. И эти драконы сидят в сердцах людей. И я как-то пытался показать, что с нами сделал ковид. И как важно, несмотря ни на что, остаться человеком. Ну, надеюсь, у меня получилось. Спасибо всем. Спасибо Адами. Как-то вот так.